почему у вас образовались долги. Одна из причин – непредвиденные обстоятельства, форс-мажоры. И самая важная причина – это жизнь непосредства. Люди тратят больше, чем зарабатывают. Все просто. Поэтому самый первый шаг – избавление от долгов, переосмыслить свою жизнь и жить посредством. И перестать тратить больше, чем вы зарабатываете. Но сегодня суть вопроса – как выбраться из долговой ямы. И простой способ – это медитации. На своем канале в прошлых своих видео я рассказывала, что такое медитация, для чего это нужно, как правильно медитировать, что такое альфа-состояние и как погрузиться на этот уровень. И прежде чем выполнить медитацию избавления от долгов, я рекомендую посмотреть это видео. Ссылку на это видео я оставлю внизу в описании. И все, что вам нужно, это отключить мобильный телефон, сесть на стул со спинкой или в кресло, ноги поставить на ширине плеч, руки положить ладонями вверх на колени. На правую ладонь положите монетку. И в процессе медитации представляйте, как вы спускаетесь вниз в темное подземелье. Каждая цифра – это одна ступенька вниз. Проговаривайте мысленно все слова за мной. Наша медитация сегодняшняя будет на цель избавления от долгов. Формула внушения звучит следующим образом. Я погашаю свои долги прямо сейчас. Итак, мы начинаем. Закройте глаза, сделайте 3 глубоких вдоха и повторяйте за мной мысленно. Сейчас я закрою глаза. Сосчитаю от 10 до 1 и погружусь на уровень альфа-состояния. Произнесите 3 раза свою цель. Я погашаю свои долги прямо сейчас. Через 15 минут я открою глаза, когда сосчитаю от 1 до 3 и выйду из этого состояния. Я буду чувствовать себя отдохнувшим, полным сил и энергии. Сделайте 5 глубоких вдохов и медленных выдохов. Концентрируйтесь на дыхании. Ваши мысли покидают голову с каждым вдохом и выдохом. Все тело расслабляется от головы до кончиков пальцев, на ногах и руках. Убирайте свой мысленный диалог, концентрируйтесь на дыхании. Счет повторяйте мысленно про себя за мной. Представьте, как вы спускаетесь по ступенькам в темное подземелье. Каждая цифра – это ступенька вниз. Ваше состояние глубже и глубже. Десять. 9, глубже. 8, 7, 6, все глубже и глубже. 5,
4. Три, еще глубже и глубже. Два, один. Озвучьте свою формулу внушения 3 раза. Я погашаю свои долги прямо сейчас. Когда я сосчитаю от 1 до 3, я выйду из этого состояния. Я буду чувствовать себя отдохнувшим, полным сил и энергии. Представьте свою цель образно, в ярких красках. Почувствуйте запахи, звуки. Ощутите, какая ваша цель. Попробуйте на вкус, если это возможно. Какая у вас красивая, счастливая, богатая жизнь без долгов. Концентрируйтесь не на проблеме, а на роскоши и успешной жизни. Проживайте эту картину внутри, а не наблюдайте со стороны.
Сейчас я выйду из этого состояния, когда сосчитаю от 1 до 3. Я буду чувствовать себя отдохнувшим, полным сил и энергии. Делаем глубокий вдох и выдох. Выходим. 1 глубокий вдох. Выдох. Мысли возвращаются. 2. Тело становится подвижным. 3. Я чувствую себя отдохнувшим, полным сил и энергии. Потянулись и открыли глаза. Поделитесь в комментариях своими впечатлениями. У кого получилось войти на уровень альфа-состояния? Подписывайтесь на канал, мотивируйте меня своими лайками и комментариями на новые интересные видео для вас. И нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новое видео на канале.